Привет, девчонки! Снимаю видео о своей коробочке мартовской Glossy Box. Как обычно, она пришла в такой розовой коробке. И в этот раз было у меня 6 продуктов и один бонус. В общем, коробка, я опять недовольна. Только это самая ужасная коробочка из всех, которые я получала. В общем, первый продукт — это минус 417. Это грязь с Мертвого моря. Не поняла прикола, зачем мне в Израиле, не знаю, грязь, если тут на каждом шагу это продается, и не поняла я прикола. Ну, попробуем, ножки намажем. Второй продукт — это семиделино, это ампула для волос. Запах, это полный размер, запах у нее просто ужасный, химический. Не знаю, попробуем намазать на волосики. Надеюсь, они не выпадут у меня. Итак, третий продукт — это кусок мыла. Та-дам! Арома с запахом кокоса. Кокос чуть-чуть слегка чувствуется. То есть чувствуется запах, но это не точно кокос какой-то непонятный. В общем, тоже полный размер куска мыла. Ура! Четвертый продукт от Fresh Look. Это наносить по необходимости как основу под тональный крем или пудру. В общем, праймер под основа под... Попробуем нанести под тоналку. Итак, это тоже еще один праймер под косметику. Я не буду его открывать, так как у меня есть и базы, и праймеры. В общем, те позаканчиваю, потом этот открою. Итак, шестой. Это дали пробничек мне таких духов от ванила. Я думала, что запах будет ванильки, но он какой-то мне не очень нравится этот. Не совсем это ванила. И последнее, бонус, это кисточка от Caroline. Она стоит 40 шекелей, вот такая искусственная. Мне она не понравилась, она сильно грубая и, в общем, плохо пострижена и кривая какая-то. Мне кажется, что в Beauty Care, в тех магазинах, намного получше будут и качественнее, мне так кажется, мое мнение, чем вот эта вот кисть. В общем, девчонки, коробочка такая чисто поржать, какую-то грязь. Ну, не знаю, может быть, грязь, кто живет в России, на Украине, в каких-то других городах, было бы классно получить, да, а тут у нас в Израиле как-то это даже смешно. Тут это мыло, почему-то два праймера. Короче, я осталась недовольна, поржала. Спасибо вам, Glossy Box. Ну, у меня терпение хорошее, крепкое. Посмотрим, что будет в следующей коробке. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.